Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Мы продолжаем наш видеотур в центре азиатской части Стамбула в районе Санджак-Тепе. Район Санджак-Тепе, он находится на юге Азии, то есть соседние районы. На юге это Малтепе, это Картал, это Умране, ближе к Босфору, и Аташихир. Но если на севере, выше от района Санджак-Тепе, это у нас Султанбели, и дальше уже идет Бейкос. Данное предложение рекомендуем для тех, кто уже сегодня, сейчас рассматривает, планирует переезд в Стамбул и рассматривает исключительно в готовом жилом комплексе, семейной концепции для комфортного проживания. Но также для тех, кто рассматривает в целом для инвестиций. Скажу почему, но чуть позже. Давайте еще раз больше вас ориентирую. С локации примерно в 18 километрах от комплекса у нас расположен аэропорт имени Сабихи Гукчен. И сам комплекс, он находится в центре района Санджак-Тепе. Это административный центр. Помните, примерно полтора года назад мы вам показывали объект в районе Кучучекмедже, в европейской части, где застройщик, это бывший министр Министерства окружающей среды и урбанизации Турции. Данный комплекс тоже принадлежит данному застройщику, поэтому неудивительно, почему второй же комплекс тоже находится в административном центре района Санджак-Тепе. Именно здесь сосредоточен крупный торговый центр. В 2 минутах езды от комплекса у нас торговый центр Rings. Примерно в 15 минутах езды у нас Метрополь, торговый центр, в сторону Аташихира. И в 20 минутах езды от комплекса, в сторону Картала, это торговый центр, развлекательный центр Via Port Marina. Также примерно в 5-6 минутах от комплекса расположены крупные университеты. Это ЕДТП университеты и Малтепе университеты. Также хочу отметить, что вы знаете, что с района Ускудар у нас действует линия метро Ускудар-Чекмеке. Но на сегодняшний день активно идет строительство второй линии именно с Ускудара, Ускудар-Султанбели. Вот как раз таки метростанция по этой линии расположен рядом с данным жилым комплексом. То есть примерно через полтора года, это максимум, рядом с комплексом в 2 минутах ходьбы будет метростанция. И это такие сильные факторы, которые влияют на прирост цены как минимум на 15%. Дорогие друзья, я очень счастлива, что есть возможность сделать презентацию данного жилого комплекса прямо на территории комплекса. Конечно, для этого мы взяли разрешение у жителей жилого комплекса. Наверное, вы подумали, что я где-то в лесу. На самом деле нет. Прямо на территории комплекса есть такой мини-лес. Именно вот эти деревья во время строительства не срубили. То есть это старинные деревья, им уже по 40-50 лет. И как бы создали вот такой мини-натуральный живой лес. И, конечно же, как вы сами понимаете, это семейной концепции, то есть очень большая озелененная территория. С правой стороны у нас есть баскетбольная, мини-футбольная площадка, также такой мини-оазис с искусственным озером, такие лавочки, террасы, детская площадка. Открытого бассейна в этом комплексе нет, но есть отдельная социальная зона, где у нас спа-центр, то есть турецкий хамам, сауна, фитнес, крытый бассейн. Также под жилым комплексом есть крытый двухэтажный паркинг. И плюс для каждой квартиры есть вот такая вот кладовая площадью от 4,5 до 6 квадратных метров. Даже вот покажу вам, допустим,
Это блок G и кладовая именно квартиры под номером 36. Вот видите, очень удобно. Вот, допустим, здесь 6 квадратных метров. Это зависит от площади, от планировки квартиры, либо это 2 плюс 1. Если 2 плюс 1, то там 4,5. Если 3 плюс 1 планировка, тогда площадь будет составлять 6 квадратных метров. Сейчас мы хотим показать вам квартиру, шоу-рум, планировка 3 плюс 1, но хочу ваше внимание обратить на лестничную площадку. Вот два лифта у нас на одной площадке, в каждом блоке всего по 4 квартиры. То есть две квартиры это планировкой 2 плюс 1, две квартиры планировкой 3 плюс 1. С левой стороны у нас лестничная площадка, то есть выход по лестнице. Итак, я захожу в нашу квартиру. Это планировка 3 плюс 1, полезная площадь составляет 103 квадратных метров. Так, прямо от меня здесь кухонная зона, квартира прям шикарная, с видом на внутренний пейзаж. Потолки у нас 3 метра, то есть окна, конечно, ну, панорамные, но не так, чтобы от пола до потолка, поэтому вам будет казаться, что потолки как будто невысокие. На самом деле 3 метра. Кухонная, корпусная мебель, как всегда, бытовая техника от марки Siemens, вытяжка, газовая плита, а также духовка и посудомоечная машина. По коридору с левой стороны у нас две спальные детские комнаты и основная родительская спальная комната. Друзья, я хочу воспользоваться моментом и объяснить вам расположение квартир в блоке. Вот, допустим, в этом блоке сбоку это у нас планировки 2 плюс 1. Можете смело рассмотреть и боковые квартиры, потому что они видят и внутреннюю часть комплекса, и внешнюю часть. А если вы будете рассматривать 3 плюс 1, то у них вид либо на внутренний пейзаж, либо, если на противоположной стороне, тогда вид на внешнюю сторону. Здесь, кстати, рядом сейчас строится TED College, то есть образовательный центр, так скажем. Это частная школа. Поэтому еще раз вам подскажу, 5 квартир именно планировкой 3 плюс 1 остались в блоке G с видом на внутренний пейзаж. На этом мы завершаем наш видеотур. Давайте подведем итоги. Готовы жилой комплекс семейной концепции в азиатской части в центре района Санджак-Тепе. Это административная часть этого района. Более того, хочу сказать, что комплекс был введен в эксплуатацию 1,5 года назад. Практически на сегодняшний день заселен на 70-80%, поэтому у данного комплекса есть самый главный документ – это техпаспорт и скан, на турецком говоря. Но план оплаты в рассрочку нету, дорогие друзья, но мы постараемся для вас взять максимальную скидку вместе с компанией Rexproperty. Но я могу вам подсказать цены. То есть на сегодняшний день, это 21 год, месяц апрель, на планировку 2 плюс 1 цены начинаются от 830 тысяч лир и выше. То есть по сегодняшнему курсу доллара составляет 100 тысяч долларов, то есть 100 с лишним от 100 тысяч долларов и выше. Поэтому, дорогие друзья, под видео будет ссылка на сайт компании Rexproperty. Я, конечно, максимально постаралась вам дать максимальную информацию в этом видео, но если недостаточно, то оставляйте заявки. И вам остается только выбрать квартиру своей мечты с видом на внутренний пейзаж, либо с видом на город, либо на лес Айдос. Всем желаю удачи. С вами была компания недвижимости Турции Rexproperty. Всего доброго!